Hi guys, so welcome back to Junlis Vlog the Reaction. For today's video reaction, let's go to one of our favorite country, which is Russia. Привет and спасибо to our Russian friends. How are you all guys? Hope you're doing well and fantastic. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, Alexander Prokhorenko, fire on yourself, a feat that the whole world is talking about. Oh my god, I'm so excited with this one. I hope guys you will be having fun and enjoy with this video, and credit to the owner also with the video to New Soul that I'll put to the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click the subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos, artists that you can suggest, drop a comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video requests. I give you some little information with regards to this video, guys. Alexander Prokhorenko, fire on yourself, that would be a nice title for this video. A feat that the whole world is talking about. His name is known to many because he accomplished a real feat. Man from the special forces of the MTR in Syria sacrificed his life, summoned fire on himself. That's why he killed himself. Russians have this principle that there's no need to surrender, so you have to kill yourself if you are if you are cornered by someone. To fulfill his military duty, isn't that courage? For this, he has recognized as hero of Russia. Posthumously, how did you live? What did you do? And whom did Alexander Prokhorenko love? We will tell you in this episode on the New Soldier channel. Let's discover of and give honor to Alexander, also being such a great hero, being a nice military soldier and doing his great service during those times. Enjoy guys. Wow, thank you so much for this video. Герои России, о которых известно далеко за пределами родной страны. Много ли их? Подвиг российского офицера, о котором говорит весь мир. Он погиб под Пальмирой 17 марта 2016 года. Его имя известно многим, ведь он совершил настоящий подвиг. Мужчина пожертвовал своей жизнью, чтобы выполнить свой воинский долг. За это он признан героем Российской Федерации. Посмертно. Считается, что последними словами Александра Прохоренко были: «Командир, я окружен. Запрашиваю атаку с воздуха на себя». Что предшествовало этим словам? Как жил герой России? Чем занимался и кого любил Александр Прохоренко? Расскажем сегодня. Приветствую! На связи Нью Солдат. Памяти Прохоренко Александра Александровича посвящается. Подвиг Александра Прохоренко невозможно полностью понять, не зная того, как он рос. Мальчик родился в небольшом селе Городки. Отец его был трактористом, а мать работала уборщицей. История мальчика с ранних лет походила на историю настоящего героя из советских книжек. Доброго, честного, смелого и отзывчивого. В семье его были в основном комбайнеры и трактористы, но мальчик не проявлял к этим профессиям никакого интереса. В школе он сразу показал себя как лидер, несмотря на то, что был самым маленьким. Хотя в выпускных классах ситуация изменилась. Александр стал стройным двухметровым силачом. Учителя вспоминают, что ему можно было доверить класс. Его всегда слушались. Один из одноклассников позднее вспоминал, что, встречаясь с Александром уже после выпуска из школы, он услышал от него, что тот мечтает совершить подвиг. Друзья, а вам такие мечты приходили в голову? Не в юные, а уже в более зрелые, осознанные года. Воплотились ли они в реальности, как конкретно? Расскажите об этом в комментариях под видео, а мы продолжим. Классный руководитель Петр Григорьевич тоже хорошо помнит Александра. По его словам, вся семья Прохоренко всегда была очень принципиальной, честной и трудолюбивой. Более всего, было интересно наблюдать за тем, какой сплоченностью и единодушием они все обладают. Каждый друг о друге заботился. Другие учителя героя тоже помнят о нем только хорошее. Все отмечают у парня лидерские качества и смелость высказывать свое мнение. Выпуск с Александром учитель литературы Нина Гавриловна называла советским. Это из-за того, что ребята были другие, с советскими ценностями. Для них много значили такие слова, как «родина», «честь», «святой долг».
В 2007 году молодой талантливый парень оканчивает городецкую школу и получает серебряную медаль за успехи в учебе. Позже он становится студентом высшего зенитного ракетного училища в Оренбурге, но через год его переводят в военную академию войсковой противовоздушной обороны ВСРФ. Прохоренко оканчивает академию с отличием. Подвиг Александра связан с его службой, которая началась после обучения. Его распределили на работу в авиационную часть. С зимы 2016 года он стал участником военной операции России в Сирии. Противником была запрещенная в России экстремистская организация «Исламское государство». Все произошло 17 марта 2016 года. Александр Прохоренко воевал с боевиками, наводя удары российских самолетов по врагу возле Тадмора, небольшого населенного пункта. Чтобы уничтожить стратегически важные цели, нужна была предельная точность в опознании их местоположения. Координаты точек передавались с земли. Эту работу и делал Александр Прохоренко. Он один проникал в тыл врага и устраивался там до прихода российских войск. При этом использовал специальную аппаратуру для передачи данных пилотам. На протяжении целой недели Прохоренко выполнял эту исключительно сложную задачу, обеспечивая спасение города. И прямо незадолго до успеха штурма населенного пункта он был окружен террористами. Столкнувшись с ними, он вступил в неравную схватку и избежал плена, вызвав на себя огонь. Александр Александрович Прохоренко служил в составе службы специальных операций. Она является особым подразделением армии России, которое создали для выполнения наиболее трудных задач по всем точкам мира. О том, что такое ССО и как в него попасть, мы подробно рассказывали в выпуске под названием «Служба под грифом «Секретно. Как попасть в ССО». Вы можете найти его в картотеке нашего канала и посмотреть, если по какой-то причине не сделали этого ранее. А мы вернемся к рассказу об Александре Прохоренко. В ССО он входил в число лучших из лучших. Подразделение высокомобильно, все бойцы подготовлены и прекрасно оснащены. Тренируются они в жесточайших условиях. Александр прошел эту подготовку, но, оказавшись окруженным, совершил поступок, которому нигде не обучали. Этому не выучить ни на полигонах, ни в классах. Его решение было твердым, оно было для него самым правильным на тот момент. Александр Прохоренко сохранил честь и до последнего остался верным долгу. Это не единичный момент в отечественной армии. Ранее случались подобные случаи героизма. Подвиг Александра Прохоренко показал, что дело чести не осталось в отечественном прошлом. Фактически, этот поступок стал продолжением подвигов героев Великой Отечественной войны, когда советские бойцы вызывали на себя огонь своей же авиации и уносили вместе с собой жизни врагов. Старший лейтенант Александр Прохоренко вызвал огонь на себя. Он пожертвовал своей жизнью, а вместе с ним погибли и окружающие его враги. 24 марта 2016 года в России было официально объявлено о гибели солдата. Подвиг Александра Прохоренко в Сирии задел многих. Его память чтили, о нем говорили и писали. 24 апреля 2016 года в Риме был проведен митинг против террористической организации ИГИЛ. В ходе него люди проносили по улицам города портрет Александра. Что же стало с телом? Оно было доставлено в Россию с участием курдских ополченцев для проведения идентификационных процедур. В первых числах мая 2016 года в стране прошел траурный митинг при личном участии министра обороны Сергея Шойгу. После этого гроб с телом молодого человека при помощи транспортного самолета доставили на военный аэродром Оренбурга, откуда он при помощи вертолета был доставлен в родное село героя Городки. Гроб во время похорон сопровождали родители и родной брат героя России Александра Прохоренко. 6 мая 2016 года парень был похоронен на кладбище села Городки со всеми воинскими почестями. На похоронах присутствовал глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, который сказал: «Простой парень в очередной раз показал всему миру, что есть герои, которые, не задумываясь, готовы пожертвовать своей жизнью за родину». В день похорон во всей Оренбургской области был объявлен траур. О подвиге Александра Прохоренко знали уже почти все. Однако только когда Министерство обороны рассказало и подтвердило гибель парня, местные газеты написали об этом. Редакторы говорили о том, что не собираются писать о смерти Александра, пока информация полностью не подтвердится. Юрий Берг, действующий губернатор области, приехал к родителям сразу после того, как узнал о случившемся. Он не ждал официального подтверждения. После общения с ними он сказал, что сделает все для того, чтобы память о герое сохранилась в сердцах людей. После того, как стало известно о трагическом событии, некоторые телегруппы, как местные, так и из Башкирии, направились в село Городки, чтобы поговорить с несчастными родителями.
На защиту скорбящих вышли почти все жители села, которые без угроз дали понять, что отцу и матери солдата нужно пережить свое горе самостоятельно. Позже приехала полиция, которая лично занялась охраной семьи Прохоренко. Несмотря на то, что всех жителей села попросили какое-то время хранить молчание, в социальных сетях появились фотографии и посты о соболезнованиях. Семья героя. У Прохоренко был родной младший брат Иван, который тоже связал свою жизнь с военным делом. Он стал курсантом той же военной академии имени А. Василевского, что и его брат. Александр был женат. Еще на видео со свадьбы старший лейтенант признавался, что он счастлив. Он говорил, что все в его жизни сложилось так, как он хотел. Он мечтал быть военнослужащим и стал им. У него была мечта о лучшей супруге в мире, и он обрел ее. Для его беременной жены Екатерины новость о гибели мужа стала большим ударом. Оправиться от трагедии ей помогали специалисты. За пару месяцев до происшествия ее супруг отправился в командировку. Никто, включая нее, не знал, куда именно. Лишь предполагали, что в сторону Кавказа. А вышло все вот так. Летом 2016 года Екатерина родила дочь и назвала ее Виолеттой. Эта девочка никогда уже не узнает своего отца. Останутся от Александра Прохоренко лишь фото, рассказы и память не только по всей стране, но и по всему миру. И, безусловно, она будет гордиться своим папой. Последние слова героя. Считается, что последними словами Александра Прохоренко были: «Командир, я окружен. Запрашиваю атаку с воздуха на себя». Совсем скоро после его гибели в зарубежных блогах появились якобы записи последнего разговора русского Рэмбо с командиром. Однако подлинность расшифровки вызвала много сомнений, когда она появилась на просторах русской сети. Действующие военные отмечали, что для записи с боевых действий в расшифровке слишком много слов, а на войне нет времени на них. Там каждое слово чрезвычайно ценно. Помимо этого, в записи отсутствуют позывные. Отмечается также, что огонь на себя вызвался для выхода из окружения. В момент сброса бомбы человек шел на прорыв, чтобы не погибать. Это единственный шанс бойца спастись. При этом известно, что на данный момент российские военнослужащие пользуются специальной системой связи «Стрелец». Именно по ней происходит общение во время боевых действий с командирами, осуществляется наводка авиационных ударов. Это небольших размеров коммуникатор, передающий координаты военного с помощью GPS и ГЛОНАСС. Поэтому командование через монитор наблюдает, где находится каждый боец. Каждый из них обладает активными наушниками и микрофоном, с помощью которых общается с коллегами в ходе операции. Безусловно, нет никакой возможности для посторонних прослушать их переговоры либо записать. Все дело в том, что голос подвергается шифрованию, и передача его происходит через защищенные каналы связи. Когда кто-то перехватывает такие послания, не слышит ничего, кроме треска. Используется лазерный дальномер. Боец замерял расстояние до важных стратегических объектов. Знающая о точном местонахождении бойцов командования отмечала на карте их точки и передавала координаты их пилотам на бомбардировщиках. Те тут же наносили удары. Вся процедура осуществлялась всего за 2-3 минуты. По этой причине действенность российского бомбометания служит предметом обсуждения и восхищения западных коллег. Поэтому считается, что расшифровка переговоров русского Рэмбо, ставшая популярной в сети, на самом деле является красивой легендой, которую сочинили иностранцы, чтобы поднять свой рейтинг. Затем волна жарких дискуссий была подхвачена отечественными блогерами. Сослуживцы Прохоренко молчат об этом случае. Это входит в их обязанность. Лишь спустя какой-то срок, когда война будет позабыта, история будет раскрыта в подробностях. Пока опубликованы лишь такие данные. Друзья, а как вы считаете, были ли слова «командир, я окружен, запрашиваю атаку с воздуха на себя» на самом деле последними? Делитесь своими мыслями по этому поводу в комментариях под видео, а мы продолжим. Подвиг Александра Прохоренко показал, каким может быть солдат. За мужество и смелость, а также жертву своей жизни, герой был отмечен 3 медалями. Он получил звание Героя Российской Федерации. Также посмертно получил медаль «Золотая звезда», которая была выдана ему за героизм и мужество, проявленные во время несения службы. Подвиг спецназовца Александра Прохоренко был отмечен медалями за воинскую доблесть от Министерства обороны. Также в память о парне осталась его медаль за отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Минобороны РФ. Подвиг Александра Александровича Прохоренко был увековечен. Так, в Оренбурге его именем была названа улица. Угловой дом украшен мемориальной доской в знак памяти о герое. Другая мемориальная доска расположена в Оренбургском кадетском училище. Оно в прошлом было зенитно-ракетным командным училищем, где обучался Прохоренко. В память о подвиге героя одна из улиц Грозного, а именно Авиационная, тоже получила имя солдата. На доме, расположенном на этой улочке, есть мемориальная доска.
Осенью 2016 года был установлен бюст Александра Прохоренко в военной академии имени А. Василевского, где на данный момент обучается младший брат героя. Весной 2016 года в Пальмире, в историческом амфитеатре, прошло выступление оркестра Мариинского театра, которое было посвящено памяти и подвигу героя. Оркестром руководил Валерий Гергиев, поэт Юрий Баладжаров написал стихи, а композитор Владимир Евзеров – музыку на песню «Он не мог иначе». Композиция была посвящена действиям российского солдата в Сирии. Исполнил ее Алексей Хвацкий. Летом 2017 года произошло открытие памятника героя в городе Валли-Сотто, находящемся в Италии. Весной 2016 года, то есть сразу после трагической гибели героя, семья Маге из Франции, из городка Монпелье, сделала неожиданный шаг. Посредством российского посольства в Париже семья передала вдове солдата орден почетного легиона и воинский крест, украшенный пальмировой ветвью. Ранее эти награды принадлежали родственникам семьи Маге, которые принимали участие во Второй мировой войне. По личному приглашению президента России Владимира Путина, семья приехала в Россию для того, чтобы торжественно и публично передать награды семье Прохоренко. Это случилось в Национальном центре управления обороной. Также родителям парня вручили памятную медаль французского городка Фламерсана, родителям солдата вооруженных сил, который погиб героем. Очередная медаль в знак признания заслуг героя России. Как вы считаете, друзья, достаточное ли это признание для семьи, которая потеряла любимого человека, защищающего интересы Родины? Либо как-то иначе государство и общество должны проявлять свое уважение к нему? Делитесь своим мнением по этому поводу в комментариях под видео. И не забудьте подписаться на канал, если пока еще не сделали этого, потому что впереди еще много всего интересного. Не пропустите. Оставайтесь на связи и до скорого. Thank you so much, New Soldat, for this amazing and beautiful video and very well informed, because the information given from the history of Alexander from his early age that he studied in this one, and he came in a family that is like an average family, but he just went into a school that he really want to be trained being a soldiers, and he's being ready to went and go in the war just to protect the motherland, and that's really, really amazing. And he is a principled man that he has this duty to do, and something that came into his mind that is very strong and brave to go in any war, and that's really interesting and very an honorable thing that he did for the country. And he deserved every medals, every distinction that he truly deserve. Even he died already, much love and respect and eternal memory to all the heroes, and also with you, Alexander. At least he was considered as one of the hero of Russia that people will not forget, with him will always be honored and give a memory, a remembrance of the country that this is Alexander. And people of Russia or the soldiers of Russia will be like putting themselves into the shoe of Alexander, that if something will happen, we will do us the same as Alexander did, because just for the homeland, just for the people and for the country. And that's an incredible way of making your country proud to other nation also. Wow, I was so moved, I was so touched, I get so emotional hearing with this story and the way how he did during those times. I cannot imagine how the hardship that he felt into the time, what he was thinking, but he just thinking only on the country, that I really need to protect the country, and this is the thing that I need to do. And that's really incredible. And salute and much love and respect from the Philippines. Thank you so much. I hope guys you enjoyed watching with this one. And if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share, subscribe also with my channel. This is Junris Blagadag React saying stay humble, stay positive, guys. If you want to connect, my social media account is in here. If you want to connect, my second channel is in the description box below. Thank you so much for that. And spasiba to all Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po.